Всем привет, дорогие друзья, из солнечной Анталии. Середина декабря, сегодня 12 декабря, воскресенье, и мы приехали вместе с нашими друзьями в торговый центр Агора, где также расположен магазин IKEA и много всяких ресторанов, классных магазинов и Агорекс, развлекательный центр для детей. Погода очень теплая, но немного ветрено. В общем, наслаждаемся солнцем в середине декабря. А вы обязательно подписывайтесь на мой канал. У меня очень много всего интересного. Скоро будет много классных видео из Алании, Анталии, из России, из Турции. В общем, наслаждаемся вместе с нами. А сейчас идем в торговый центр. Кстати, вход в торговый центр по QR-кодам. Получить их может абсолютно любой гражданин или иностранец. И свободно посещать торговые центры, рестораны и так далее. Ну и, конечно же, вход обязательно в масках. Я уже слышу музыку, какая-то развлекательная программа. В общем, все вам покажу, что здесь есть. Вот таким вот образом выглядит вход. На входе стоят проверяющие QR-кодов, сканеры и далее уже вход в магазины. Айхан сейчас покажет QR-код. Отправляем наши сумки в сканер, меряем температуру и проходим. Ipekyol – это очень классный турецкий бренд. Кстати, здесь, если вы что-либо покупаете, также есть tax-free и большой-большой магазин IKEA. Когда вы приезжаете в IKEA, не забывайте о том, что в IKEA есть семейная карта и бизнес-карта, которую можно получить в магазине и также получать по ним скидки. Ну и, конечно же, есть ресторан, в котором можно отведать турецкие, шведские кёфты и купить много всего интересного. И на входе здесь вот такой вот магазин мебели. Например, вот такая вот классная штука для балкона стоит 2250 лир. А вот такая вот стоит 1950 лир. Очень они классные. Я, кстати, очень люблю вот такие коконы. Вот такая вот тоже большая стоит 3850 лир. И прямо вот здесь уже рядом магазин IKEA. В IKEA уже все наряжено под Новый год, под Рождество. Продаются елки, украшения, сувениры. На входе здесь вот такие вот тематические уголки. Посмотрите, какое маленькое креслице для детей. Стоит, а это ковер стоит 329 лир, а кресло стоит 1400. И вот такой вот здесь классный гномик. Стоит 250 лир. Просто супер. Вот такие вот красивые украшения на елке. И, кстати, на мебель в IKEA в основном гарантия 10 лет. Такое кресло стоит 2099 лир. И очень-очень красивые здесь рождественские всякие украшения. Вот, например, такой домик. Вставляешь лампочку, он будет гореть. В общем, красота невероятная. Также здесь на первом этаже есть магазин Samsung и Паша Бахче. Просто потрясающей красоты керамика, изделия из стекла, различные коллекционные предметы. Ну и, конечно же, представлена новогодняя коллекция. Очень красивая. Кстати, новогоднюю коллекцию можно обновлять каждый год или докупать какие-то предметы и использовать тоже каждый год. И вот такие вот потрясающие гранаты. 425 лир. Такой гранат я тоже хочу себе купить домой. Паша Бахче — это очень классная фирма, керамика и стекло производства Турции, от дешевых предметов до дорогих коллекционных. Здесь также есть потрясающий тематический парк Агорекс, где дети могут покататься на различных аттракционах. Очень много аттракционов. Вот такой вот здесь огромный тематический парк. Есть зона, где можно посидеть, что-то перекусить, магазинчики. И огромный двухэтажный тематический парк
с игровыми аппаратами наверху и с каруселями внизу, как для самых маленьких, так и для больших детей. Очень много игровых автоматов и вот такой вот потрясающий туннель. В общем, развлечений для детей огромное, огромное количество. И внизу аттракционы. Есть разные тематические аттракционы, начиная от самых простых чашечек до вот таких вот мини-джунглей, где можно лазить по лестницам, канатам. В общем, удовольствие большое. Система оплаты здесь вот такая, вот кредитами. 10 кредитов 35 лир и самое большое 300 кредитов 350 лир. И тем, кто покупает 300 кредитов, в подарок дают 100 кредитов бесплатно. И каждый аттракцион стоит определенное количество кредитов. Когда кредиты заканчиваются, то идешь и покупаешь кредиты снова. Вот такой вот аттракцион для детей в возрасте 4-5-6 лет. Можно также и с родителями. Торговый центр состоит из двух корпусов, можно так сказать, и посередине вот такая вот красивая площадка, где проходят концерты. Кстати, здесь также организуют просмотры фильмов на открытом воздухе, фонтаны и очень много ресторанчиков. Сейчас мы идем в другой корпус, где много-много магазинов. Если говорить о брендах, которые здесь представлены, это как турецкие, так и международные бренды. Турецкие бренды Ava, Gizia, Ipek Yol. Есть LC Waikiki, Katon, ювелирные магазины, магазин Cottage, Flo. В общем, в этом торговом центре можно купить абсолютно все. Ну и, конечно же, кафе, Starbucks, Кавы Дунесы. Вот вы видите магазин Altınbaş. И наверху есть боулинг и кинотеатр, в который мы, кстати, также ходили. И боулинг тоже вам советую, нам понравилось. Магазины косметики, Флормар и Фраше. Внизу есть Gratis, Watsons. В общем, выбор огромный. Ну и, конечно же, магазин Boiner, где представлены международные бренды, турецкие бренды. Магазин Adil и Chic. Мы зашли в магазин Adil и Chic. И вот вы видите здесь, например, в магазине и во многих магазинах представлены стенды со скидками. Вот, например, симпатичная такая водолазочка. Посмотрим, сколько она стоит. Со скидкой 129 лир. Здесь есть также джинсы. Джинсы, например, со скидкой 199 лир. Представлена и классическая одежда, и спортивная, и повседневная. Кстати, многие спрашивают про классическую одежду. Вот, например, в Adil и Chic можно купить классическую одежду, костюмы, брюки. 399 лир. Пиджак. Есть вот такие вот юбки. Юбка, например, стоит 299 лир. Платье. Кстати, вот такие вот платья, именно вот с таким вот V-образным вырезом, очень красиво смотрится с белыми рубашками. Кстати, именно такое я себе и искала. Брюки со скидками 349 лир. Ну и такая более спортивная повседневная одежда 190 лир. Вот такой вот худи. Также здесь представлены и вечерние платья, как длинные, так и короткие. Вот такое платье, например, 600 лир. Очень интересные модели. Кстати, очень красиво смотрятся вот такие вот платья. Ну, конечно, у кого фигура позволяет. Но, кстати, вот такие платья также скрывают и недостатки фигуры. Вот такое вот черное. В общем, выбор огромный. Многие у меня спрашивали про турецкие бренды. Вот один из таких брендов Adil и Chic.
магазин Бойнер, где сейчас тоже большие скидки до 50%. Можно купить и чемоданы, и различные дамские сумки разных брендов. Есть бренды Бэймен, Фабрика, Кельвин Кляйн, Гесс. Ну и, конечно же, в интернете также можно посмотреть, выбор просто огромный. Кстати, новые кроссовочки, раньше их здесь не видела. Стоят такие кроссовочки 1029 лир. Сумки из новой коллекции. В общем, выбор просто огромный. Одни из самых модных сумок в этом сезоне — это вот такие вот дутые сумки, как шоперы, так и сумки на плечо. В общем, очень много разных вариантов. Ну, вот, например, вот такой вот шопер Calvin Klein. Стоит он 799 лир. И вот здесь вот, например, на некоторые предметы есть скидки. Также в Бойнере большой выбор предметов декора. Полотенца. Кстати, вот такие вот полотенца мы покупали. Очень классно. Вот такого вот плана. Очень классно впитывают влагу. И на них были очень хорошие цены. Две штуки 70 лир стоили. Очень много здесь различного постельного белья. Небольшие вот такие вот коврики 29 лир. Ну и, конечно же, свечи и ароматизаторы. Просто потрясающий. Запах невероятный. Много различной домашней утвари, кастрюли, сковородки различных фирм. Есть с покрытием, есть из стали. Мы пользуемся, например, вот такими. Ну и также есть бытовая техника, пылесосы, кофеварки, чайники и так далее. Есть домашняя утварь как эконом, так и премиум класса. Например, вот такого вот плана чайничек. Кстати, очень красивый и стоит 183 лиры. Можно подобрать под цвет кухни или свой любимый цвет. Есть синий, белый, даже вот такого вот интересного плана под мрамор. В общем, красота невероятная. Ну что, друзья, мы снова вернулись в Икею. Сейчас пойдем покушаем, а потом сделаю вам небольшой обзор по магазину. Кстати, если вы хотите отдельный обзор по разным турецким брендам, обязательно напишите в комментариях, сделаем для вас. Каким же образом выглядит ресторан в Икее? Вот таким вот образом. Свободная посадка, селф-сервис. И покажу вам немного меню. Конечно же, есть крылышки куриные с картошкой. 5 крылышек 17,95. И есть семга, шницель куриный, различные салаты, тирамису, например. И 8 штук шведских кёфте 19,95 с картошкой, овощами. Различные салаты. Есть также салат с семгой. Есть креветки. В общем, выбор достаточно большой. И вот таким вот образом выглядит ресторан. Как в обычной столовой. Подходишь со своим подносом. Берешь еду и садишься. Также нужно самостоятельно убирать за собой. Здесь продаются уже всякие разные рождественские трюфели и, конечно же, шведский глёк. Глёк – это традиционный рождественский напиток. Очень-очень вкусный. Я очень люблю, поскольку долго жила в Норвегии, в Швеции. И, конечно же, декор здесь тоже вот такой вот рождественский. Весь ассортимент магазина IKEA, конечно же, можно посмотреть у них на сайте. Сегодня воскресенье, очень много народу. И на верхнем этаже сначала мы попадаем в зону, где продаются диваны, кресла,
В общем, все, что необходимо для гостиной. Кстати, диваны IKEA очень удобные. Одни из самых дешевых диванов это вот эти, вот 1899 лир. Но они тоже очень удобны. И что классно в IKEA, здесь можно полностью увидеть, как декорировать и обставить свою квартиру. Вот, например, одна из таких очень маленьких квартир, полностью с встроенными шкафами. Это система PAX. У нас дома тоже такие. Очень удобно. В IKEA можно купить абсолютно все, вплоть до каких-то мельчайших деталей интерьера. Выбор диванов очень большой, но одни из самых удобных это вот эти вот диваны и диваны вот такого плана. Кстати, такие диваны у нас есть дома. Например, вот такой диван стоит 7399 лир. А самые знаменитые, самые удобные киевские диваны Экторп 3200. Есть также такие же кресла, есть тройные. Есть, например, с тройной диван с вот таким вот продолжением. Такой диван стоит 4500. В общем, выбор большой. Можно заказать доставку и сборку тоже прям до вашей квартиры. Кое-что осталось нам докупить в IKEA. Кстати, что касается торшеров для напольных ламп и для ламп на потолке, я купила вот такие вот, даже не знаю, как они называются, торшеры. Стоят 27 лир, очень классно смотрится. И далее мы попадаем в зону, где продаются кресла и различные стулья. Вот эти вот кресла тоже очень удобные. Они у нас также стоят дома. Все мы испробовали на себе, поэтому вам советую. Ну и в коридоре у нас вот такой вот пуф. Он также открывается. Стоит 850 лир. Друзья, одно из самых удобных кресел в IKEA называется Экольсунд. Темно-серое и розовое. Цены выросли, стоит 3400. И посмотрите, помимо того, что на нем очень удобно сидеть, оно еще это как раз кресло для отдыха, для просмотра там телевизора, например. Очень-очень удобное. Кстати, если у кого-то есть дома, напишите обязательно в комментариях, как оно в пользовании. Далее здесь зона для подставки для телевизоров. Например, вот такая вот тумба. Ее я тоже хочу купить, 349 лир. И в IKEA очень классная система хранения. Можно купить, например, вот такие вот полки, совсем короткие, подлиннее и длинные. Мы сделали на кухне из этих полок, очень красиво. И вот такая вот классная система хранения, ящики. Они могут стоять как вертикально, так и горизонтально. Стоит вот такой 579 лир. И для этих ящиков, для таких стеллажей есть вот такие вот ящики, можно купить отдельно. Либо вот такого плана. Либо, например, совершенно разные корзины для хранения документов. Корзины из дерева, какие-то плетеные корзины. Или, например, вот такие вот тряпичные. Очень классно смотрится. Очень все практично. Дома все смотрится очень аккуратно с такой системой хранения. Очень хорошо в IKEA представлены кухонные гарнитуры. Можно выбрать абсолютно разные цвета, фурнитуру, модель. Очень мне нравится вот этот вот гарнитур, именно темно-зеленого цвета. Я бы хотела, например, такой гарнитур не зеленого, а темно-синего или серого цвета, например, в наш деревенский дом. Мы об этом еще думаем.
18 368, можно посмотреть, что в этот набор входит. Есть гарнитуры от суперэкономичных до дорогих таких эксклюзивных. Вот, например, один из таких с островом. И вот такой вот план. Кстати, напишите в комментариях, нравятся ли вам шкафчики с таким с открытым хранением, либо шкафчики с закрытым хранением. Также в IKEA представлены кровати и матрасы, но, например, кровати я бы советовала вам покупать в другом месте. Обязательно сделаем видео из того магазина, где мы покупаем, и советуем также нашим клиентам, для которых делаем дизайн интерьеров. Ну и, конечно же, всем тем, кто спрашивает, также советуем в том магазине. Если говорить о матрасе, то цены на матрасы, например, здесь достаточно, ну, средние. И подушки также можно приобрести. Одеяло, подушки. Вот, например, подушка 580 лир. Мы покупали все подушки у турецкого производителя, ортопедические. И стоили они, кстати, намного дешевле. Вот, например, матрас 2600 лир. Написано, что ортопедические. Можно попробовать полежать. Здесь в IKEA это разрешено. Здесь также есть очень классный отдел с детской мебелью, коврами, игрушками, различными элементами декора. В общем, выбирать можно долго и есть, конечно же, на любой вкус. Сейчас продаются новогодние украшения, а мы идем вниз в зону, где продаются туалетные комнаты и все для ванных комнат, ну и также различные мелочи. Также здесь огромный выбор предметов для декора, только цветов наволочек больше 20. Можно также подобрать по цвету постельное белье, есть, например, и цветное, есть вот такое вот однотонное, кто как любит. Большое количество различных тканей, вот, например, отельного типа, либо в полосочку, в цветочек, в сердечко, теплое, зимнее, летнее покрывало на кровати, вот это вот очень красивого цвета. Ну и большой выбор полотенец, ванных комнат, предметов декора для ванных комнат, различных полочек, корзин для белья. Вот, например, именно здесь мы тоже покупали корзины для белья. Вот, например, такая корзина для белья стоит 439 лир. У нас одна корзина вот такая. Кстати, очень удобная, легкая. Вот таким вот образом ее можно переносить. Стоит она 59 лир. Огромное количество светильников, ламп, также на любой вкус. От супер дешевых, например, вот такой вот Regali 27 лир. Но они мне очень нравятся, они дают такой мягкий рассеянный свет. До дизайнерских дорогих ламп. Вот посмотрите, например, тоже 99 лир или 110. Вот такая вот интересная лампа. И одна из классных ламп здесь была дизайнерская. Вот я ее вижу, она красиво открывается, закрывается. Это вот эти вот лампы. Стоит она, ну, кстати, 349 лир стоит вот такая. И она вот таким вот образом открывается, закрывается. И вот такая вот зеркальная стоит 749 лир. Есть зеркальная серебряная, а есть вот такого бронзового цвета. Очень классно, кто любит что-то необычное. Это, кстати, дизайнерская лампа. Вот тоже интересный вариант. Очень красиво, оригинально смотрятся они дома. Смотрите, как они открываются.
Ага. И такая же вот такая. Очень красивая. И одна из самых дорогих ламп 1300 лир. Вот такая вот стеклянная, тяжелая лампа. А одни из самых дешевых это вот эти вот пластиковые. Мелоди. Маленькая стоит 59 лир. В общем, друзья, у нас получилось вот такое вот классное, интересное видео из торгового центра Агора. Обязательно ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал. Надеюсь, что вам понравилось. Пишите, что бы вы хотели увидеть. Ну, а мы отправляемся обратно в Аланию. Я желаю вам всего хорошего. Обязательно приезжайте в Аланию, в Анталию и в Турцию. И с наступающим Новым годом!